Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, прекрасный день, поскольку нашему каналу с вами, нашему маленькому прекрасному каналу сегодня исполняется 8 лет. Это самый, наверное, самый прекрасный период в моей жизни. Все эти 8 лет — это просто мечта какая-то, сон, который стал явью благодаря вам. Огромное всем спасибо, друзья. Я хочу поздравить нас всех, обнять нас всех за то, что наша комьюнити становится больше, крепче. И я просто представляю, сколько еще прикольного всего мы вместе замутим. Наверное, вы хотите спросить меня, почему я нахожусь в пустыне. Дело в том, что в данный момент я в Дубае и пробуду здесь какое-то время. Почему я здесь? Потому что, на самом деле, я уже очень-очень давно хотел куда-то переместиться и найти еще одно место, где можно отвоевать свой маленький кусочек. Завоевать место под солнцем, так сказать. И последние события, они как бы меня подтолкнули. Не знаю, что я так долго тянул. Который раз я уже говорил, что если вы что-то хотите, никогда не ждите удобного случая, просто делайте. Я максимально воодушевлен сейчас, несмотря ни на что. Вы думаете, что эта пустыня означает пустоту? Но нет, это бескрайние возможности, которые сейчас открываются передо мной и которые я хочу реализовать. Сразу скажу, не переживайте, видео будут выходить дальше, я продолжаю работать над каналом и также продолжаю делать много новых прикольных штук на стороне. И здесь реально у меня руки развязываются, столько всего хочется делать, и я столько всего уже делаю. Но я никогда вам об этом не ладно шучу. Друзья, не хочу, чтобы этот видос был слишком долгий и затянутый, потому что я потом, чуть позже, запишу для вас именно такое разговорное видео, где я расскажу о своих планах уже подробно, о том, что я буду здесь делать, как я буду это делать и с кем я это буду делать, вы все узнаете позже. Поэтому просто сейчас давайте возьмем тортик, зажжем свечку. Короче, с днем рождения нас, друзья.